Здравствуйте, дорогие товарищи. Я секретарь партийной организации района Ясенево. Постоянно бываю в совхозе. И в прошлую субботу мы были на сборке урожая. Ну, честное слово, товарищи, сердце обливается кровью. Что мы видим? 10 полей по 10 гектар. Нельзя продавать клубнику. Такая клубника замечательная. Вот. Потом люди растили каждый кустик. Под каждую ягоду положили сено. Я такое видел только у своей бабушки, но у нее было 40 кустов, а не 100 гектар. Вот. Взяли, запретили продавать. Товарищ Рашкин ходил, бросил это ящик им к мэрии. Все равно не разрешили. Сказал, нате, жрите, они съели эту клубнику, конечно. Но не разрешили продавать. Призываю вас, пожалуйста, помогите Павлу Николаевичу Грудинину, людям, труженикам настоящим, работягам, простым, такие же, как вы, работяги. Им нужна помощь и деньгами, и моральная, и в интернете. Кто что может, помогайте. Я в доле.